временного правительства сегодня нет средств, нет ресурсов, чтобы воздействовать на народ Юго-Востока. Армия не слушается, армия не хочет воевать против своего народа. Милиция и спецподразделения, против них до сих пор возбуждены уголовные дела. Руководители ходят на допросы, и у них тоже нет желания воевать и стрелять в людей по приказам действующей власти. Поэтому одна надежда – это на штурмовые отряды, которые создаются Коломойским, другими руководителями областей, которыми разбавляют армию. И вот эти люди готовы стрелять своих соотечественников, ими осуществлять политические репрессии, вести массовую войну с большим кровопролитием. У них нет возможности, но на сегодняшний момент времени арестовывают лидеров движения, точечно работают по самым активным, по самым смелым, по самым известным людям. Сейчас арестовано около 300 человек, только в одном Харькове около 100 человек арестовано. И тюрьмы все переполнены. Скоро придется выпускать уголовников, потому что политически репрессированные заняли все СИЗО. Ну вот я разговаривал с шахтерами вот на Донецке, в Луганске. Они говорят о том, что на нашей земле мы брали оружие только вот два раза в руки. Первый раз, когда пришли фашисты, и второй раз, когда действующая власть захватила власть в Киеве. И я вижу, что люди решительно настроены, они не настроены сдаваться, отступать.